И всем наигроманнейший привет! И всем наигроманнейший привет! Вы на канале Супергекты. Даже я не ожидала, что видео о покупках в магазине Fix Price выйдет так скоро, то есть буквально следующим. Да, кстати, кто не видел предыдущий ролик о покупках, то непременно его посмотрите, там тоже интересно. Собственно говоря, зашла я в магазин, когда я увидела столько всяких новинок, то я поняла, что оттуда я не уйду с пустыми руками уж точно. Хотела я взять больше на один предмет, но кое-что все-таки я не взяла. А что это, почему я не взяла, вы узнаете на канале Gekta Life. Подписывайтесь и ждите выхода нового ролика, если вы еще не подписаны. Какие же новинки у нас вышли? Новинки вышли к Хэллоуин и сразу же к Новому году уже, представляете? Но к Хэллоуин я не стала ничего прикупать, именно исходя из того, что я не собираюсь отмечать данный праздник, поэтому не вижу смысла. Более того, там было много повторок, которые я уже приобретала ранее. В предыдущих годах, когда меня еще это интересовало. Но зато я для вас взяла вот такую вот брошюрку, на которой изображены эти новинки. Ну, не все, наверное, да и не только брошюрку, а также на канале Gekta Life, да, еще раз скажу. Я снимаю непосредственно в магазине, и там тоже вам показываю, что есть на полочках к Хэллоуин. А на брошюрку можете взглянуть. Так она выглядит. Поставьте на паузу и рассмотрите. Ну а теперь давайте покажу, что же я в итоге взяла. И да, Fix Price не перестает меня удивлять. Сейчас вы поймете, чем в процессе ролика. Но об этом в конце оставлю интригу. Покажу все, что я приобрела к Новому году. Приобрела я, ну, скажем, достаточно много. Итак, первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот мешочек из органзы, снежное кружево, сумка подарочная, текстильная, 22 на 28 сантиметров. Выглядит она действительно очень нарядной, классной, красочной, в конце концов, и здесь даже есть ручки. Естественно, я планирую сюда к Новому году упаковывать подарки, ну, то есть положить что-то для моего сынульки. Вот, и это классно. Также хочу показать вот такой вот подсвечник, очень-очень интересный, мимо которого я не смогла пройти, ибо он действительно красивый и новогодний. Посмотрите, какое у него красивое оформление, такой сказочный зимний фон. И к этому подсвечнику отлично подходят свечи из IKEA в гильзе, чайные свечки. Очень романтично, здорово и действительно создает атмосферу Нового года и просто праздник. И следующая покупка, это покупка, которую я пока еще не раскрывала, раскрою вместе с вами. Да, мне самой интересно, что же будет. Судя по всему, здесь есть батарейка и данный товар будет светиться. Кстати, его стоимость составляет 7 рублей. Очень много в фикс-прайсе появилось товаров, которые выходят уже далеко за 50 рублей. Их действительно много. Не то, чтобы, знаете, там что-то редко иногда встретится. Нет, их очень много, но вот это уже нифига не Fix Price. Кстати, почему до сих пор называется Fix Price? Вот мне интересно, ответьте мне на вопрос, почему? Ну, что такое Fix Price? Фиксированная цена, но это не фиксированная цена. Ладно, поехали дальше. Это именно называется светильник новогодний, 12 сантиметров фигурка. Такой милый медвежонок в стиле Винни-Пуха, на мой взгляд. И одет он в одежду Санта-Клауса. На спинке у фигурки находится защита, которая не дает включить нам этот светильник. Вынимаем, и, соответственно, по идее, мы можем пользоваться. Будем надеяться, что он рабочий. И да, он рабочий. Посмотрите, как красиво все это работает. И потрясающе. Очень классный светильник. Не знаю, надолго ли хватит, но, скорее всего, здесь можно будет сменить батарейку. Это очень празднично, серьезно. Я сильно довольна его приобретением. Выполнено все, да, достаточно неплохо. В общем-то, стоит свои 77 рублей такая праздничная фигурка. И, кроме того, можно ее преподнести в подарок кому-нибудь. И продолжаем. Так, следующее, что я вам хочу показать, это не Новый год, но все-таки губки, да, у них очень хорошая форма, их удобно держать в руке. Видите, как в руку хорошо умещаются. Дагмар, ухончик, 3 штучки здесь, стандарт. Они спрессованы, как только вы разрезаете упаковку, они становятся нормальной формы. Ну, в принципе, я даже маме могу показать, почему нет. Сейчас мы раскрываем, достаем. И они остаются в прежней форме. Что, серьезно, это брак? Вы меня подводите? Постепенно, постепенно начинает утолщаться. Ну вот, вот, уже больше, видите? И вот я вам сейчас следующую покажу. Вот она совсем толстенькая такая стала. Продолжаем. Следующее, что я вам покажу, это, да, вот такая покупка к Новому году. А снежное кружево. Здесь 60 штук, мишура новогодняя. Мне кажется, здесь внутри какая-то проволока. Давайте тоже вскроем и взглянем. Да, действительно, это так. Смотрите, вот такие вот палочки. Их можно, не знаю, там на руку как браслет сделать, допустим. Можно даже перемотать между друг другом. Вот таким вот образом.
И точно так же можно там и на голову как-то красиво одеть. Ну что-то вроде этого. Как вам вообще, нормально? И также можно там украсить действительно у себя как-то на голове, сделать что-то такое интересное. Ой, наверное. Короче, да ну нафиг. Либо так, а что, мне нравится, смотрите. Очень интересно. Ну, а что, классно, ребят. Ну, в общем, берите, вообще отличная вещь. Ну, и следующая обалденная покупка, смотрите, это календарь бумажный, новогодний. Ну, я просто обратила внимание, думаю, что это такое, выглядит достаточно классно. Ага, а это календарь, я думаю, ух, как здорово. Смотрите, вот здесь указано, какой будет именно внутри календарь. Также это можно, в принципе, рассмотреть по самому цвету, да, синий. И, соответственно, вот видно, что здесь вот синяя тематика. И, разумеется, давайте раскроем и взглянем, как это все внутри будет выглядеть. Интригующе, если честно. Так. Достаем. Боже. Боже, какая... Ой. Слушайте, ну это просто великолепно. Такой еще запах, честно говоря, приятный. Древесный. Ой, здорово-то как. Слушайте, вот это красота. Вот это я понимаю. Мне показалось на камеру, что здесь год, знаете, 2015. Я думаю, ага, купила. Уже очень хочется повесить всю эту красоту на стену. Вот наверху еще выполнено, как интересно. Здесь такая палочка и также бантик. Очень-очень красиво, милые мои. Это же так здорово. Очень вам советую, качество потрясающее. Ну, из новогодней тематики все. Так, мне немножко лоб чешется от этой штучки. Ну, из новогодней тематики все. И теперь я хотела бы вам показать косметические покупки. Так, чем же меня удивил FixPrice в этот раз? Краска Сьюз. Вы можете себе представить, что фикс прайс можно уже купить Сьюз? Более того, смотрите, я уже ей попользовалась. Вот такой красивый у меня цвет получился. Оттенок 8-15, шампань, коктейль, стойкое окрашивание, троечка. Микс двух тонов, именно микс двух тонов. Мне очень понравился результат, я даже этого, ну, не ожидала, что будет так классно, честно вам скажу. Особенно, когда я пришла докрашивать оставшуюся часть волос, то офигела, увидев тюбик, жидкость внутри которого была просто такого, знаете, салатового цвета. Думала, ну все, а та сейчас что-нибудь страшненькое будет. Думаю, ну ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского, поэтому думаю, ну для вас надо мне сделать обязательно, заодно что расскажу, типа отстой. Но могу сказать, что очень даже здорово, очень классно, у краски приятный аромат, она не воняет жутко ужасно, очень приятный аромат и прекрасный результат. А вот так вам покажу ее поближе, смотрите. Что у нас внутри? А внутри есть все, и инструкция, здесь даже, знаете ли, есть видеоинструкция и отсылка на определенный сайт. В общем, два тюбика необходимо смешать вот в таком одном с аппликатором. Видите, она такая салатовая, жуть, да? Также туда входил бальзам, но, к сожалению, его было так мало, ну и остался он в ванной комнате, естественно, но его было так мало, что мне хватило только до сюда где-то, а на остальную часть волос я нанесла кое-что другое, что тоже приобрела в магазине FixPrice. А, да, и бальзам вот офигенский вообще, сейчас вам расскажу ощущения от двух средств сразу. Не четырех, а двух, вот. Вот бьюти-покупочка вот такая у меня, смотрите. Обалденная красивая банка за 77 рублей. Бальзам кондиционера Лио, сила природы для всех типов волос и окрашенных, в частности, кератин плюс лецитин 580 миллилитров. Открываем коробку. Здесь, к сожалению, баночку. Здесь, к сожалению, нет... Очень-очень приятный аромат. Да, я скажу сразу. Такой какой-то фруктовый немножечко. Фруктово-цветочный. Супер просто. В общем, смотрите, такой цвет тоже приятный, зеленоватый уходит, желтовато-зеленоватый, ну, тоже как салатовый. Вот. Так что такие дела, ребятушки, тем более попользовался, мне есть что сказать. В общем, первая часть, да, это тот бальзам, который был непосредственно в Сьюз, мне он очень понравился, знаете, после того, как я смыла, ощущение, что волосы прошли процедуру ламинирования. А вторая часть вот этого, да, кондиционера, тоже неплохо. Да, конечно, тот лучше, но этот тоже очень хороший, вы знаете, мне он понравился. Хотя, хочу отметить, что на следующий день все-таки я заметила, что корни выглядели... Корни, не корни, а кончики выглядели подсушенными, вот. Так что не могу сказать однозначно, что, может быть, по действию он реально хороший, но по ощущениям было приятно. Аромат приятный, когда я смывала, тоже было классно. Может быть, дольше просто держать нужно, если честно, я не слишком долго держала. Да, возможно, чем дольше подержишь, тем больше будет эффекта.
Ну что ж, а на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что вам понравился, был интересен. И если это так, то обязательно лайкайте. Также подписывайтесь, если еще этого не сделали. И до встречи в следующих роликах. Всех люблю, целую. Желаю вам отличных покупок, в частности новогодних. Ну и к Хэллоуин, кому нужно. Бегите в Фикспрайс. Там реально сейчас интересно. Реально интересно. Есть что выбрать. Всех люблю, целую. Всем счастья, любви. Пока. We'll be right back.